Добрый день, уважаемые коллеги. На селекторном совещании рассмотрим вопросы выполнения государственного оборонного заказа, реализацию планов деятельности Министерства обороны до 2020 года в военных округах и на Северном флоте. Прежде чем приступим к заслушиванию докладов, доведу ряд решений по стабилизации обстановки в районе города Алеппо Сирийской Арабской Республики. Сегодня с 10 часов утра прекращаются удары авиации ВКС России и ВВС Сирии в районе Алеппо. Досрочное прекращение авиаударов необходимо для введения гуманитарной паузы 20 октября. Это позволит гарантировать безопасность выхода по 6 коридорам мирных жителей и подготовить к эвакуации больных и раненых из восточной части Алеппо. Обращаемся к руководству стран, имеющих влияние на вооруженное формирование в восточной части Алеппо, с предложением убедить их лидеров прекратить боевые действия и покинуть город. Для этого одновременно к началу гуманитарной паузы сирийские войска будут отведены на дистанции, позволяющие боевикам беспрепятственно покинуть восточную Алеппо с оружием по двум специально созданным коридорам. Первому по дороге Костелло, второму в районе рынка Сукальхай. Полагаем, что российская инициатива должна способствовать успеху в работе военных экспертов ряда государств, которая завтра начнется в Женеве. Эта работа будет направлена прежде всего на отделение террористов от умеренной оппозиции и их выводы из восточной части Алеппо. Группа военных специалистов из России уже прибыла в Женеву для совместной работы. Всем, кто действительно заинтересован в скорейшей стабилизации обстановки в городе Алеппо, необходимо приступить к реальным политическим шагам, а не продолжать заниматься политической волокитой.